Суду не удалось справиться. Хекет очень кучно. Три защитника. Успевает. Все успевают. Сначала много владений, много попыток. Смотрим повтор. Вот. Дженкинс попадает в глаз. Хекетует. И есть претензии к арбитрам, то, что не пропустили. Это неумышленно было, но тем не менее, как это досталось. На повторе мы это явно видим.